По инициативе ГУ МВД России система позволяет устанавливать маршруты передвижения транспортных средств и часто посещаемые зоны контроля за счет группировки результатов поиска по конкретным регистрационным знакам. Премудрость! Господи, помилуй, Господи, помилуй! Яко милостивый человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи Иисусе Христе Боже наш, изволивый под сень Закеем и даря в нити, и спасение тому и всему дому Его бывый, сам и ныне изде трудитесь и пребывайте восхотевшие, и мольбы Тебе и моления приносящие, от всякого зла невредимо соблюди, благословляя их, и палаты сия, изобильно вся благая Твоя Твоим благословением, на пользу подавай, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. Миру Твоему. Главы ваша, Господи, вы преклоните. Тебе, Господи. Владыка Господи Боже наш, на высоких живые, на смиренное презирая, благословивый дом Ливанов при входе Иакова и дом Пентефриев приходом Иосифовым, благословивый дом Авинадарин, несением Кивоты и во дни пришествия во плоти Христа Бога нашего, спасение дому Закхееву даровавый, сам благослови чертоги сия, и в них трудитесь и пребывайте хотящих, страхом Твоим огради, и невредимых от сопротивных сохрани, и благословение Твое с высоты жилища Твоего не спасли, и благослови и умножи вся благодать. Вместе всем Твое бы есть, еже миловати и спасательный Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благословляются и освящаются палаты сия, окроплением воды сия священные, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спаси Господи, Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, но за противные даруя. И Твое сохраняя Христу, Твоим жительство. Сегодня мы участвуем в замечательном событии, в освящении этого центра, деятельность которого направлена на обеспечение безопасности всех тех, кто сегодня передвигается по дорогам России. К сожалению, мы знаем, что на дорогах наша страна теряет каждый год жизней больше, чем за всю афганскую войну. И это ведь не слабые, не больные люди. Это люди жизнеспособные, здоровые, работоспособные. Поэтому вопрос безопасности на дорогах – один из самых важнейших вопросов по сохранению нашего народа. Я хотел бы выразить сердечную благодарность вам, Владимир Александрович, и вам, Виктор Николаевич, за те усилия, которые сегодня предпринимаются. Мы действительно, как мне кажется, преодолели самую нижнюю точку и постепенно начинаем подниматься. И люди это чувствуют. И качество дорог, хотя еще и оставляет желать лучшего, но меняется к лучшему. Как меняется к лучшему и организация движения. И вот этот центр призван, как мне кажется, обеспечить поступательное движение всей этой огромной работы. Это дело государственной важности. Имеет отношение не только к столице, а к всему нашему Отечеству. Я от всего сердца хотел бы пожелать вам помощи Божией. Вам, вашим коллегам, всем тем, кто и в этом доме, и на посту,
и в непогоду, и в зной, и в стужу, и обуреваемый вредными выхлопными газами, стоит на своем посту для того, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения. Я молюсь также о том, чтобы усиливались взаимодействия всех подразделений МВД, которые призваны осуществлять эту благородную работу с народом нашим, с общественностью, со всеми теми людьми, которые сопереживают вам, в том числе и в связи со сложностями вашего ратного подвига. Я хотел бы в знак моего глубокого уважения к вашим трудам и в память о сегодняшнем событии преподнести этот образ святаго великомученика Георгия Победоносца, который является символом победы нашего народа в Великой Отечественной войне и символом города Москвы. Прошу вас принять, Владимир Александрович. Помогаю вам Бог.